Бросить вызов самому себе, выйти на татами и показать, на что способен ты. Вновь спортивный клуб «Медведь» провел открытый турнир по киокушинкай. Это ежегодное соревнование на призы нашего спортивного клуба. Ежегодно мы приглашаем своих друзей из разных регионов, из Москвы, Московской области. Вот в этот раз нас посетили Мордовия, Тверь. Приглашаем в гости посоревноваться. В этот раз очень высокая конкуренция. Очень много заявок. Ежегодный турнир собрал свыше 300 спортсменов, большинство из них начинающие. Сегодняшний турнир, я думаю, он вообще у нас проходит для того, чтобы ребята подтягивались больше за старшими, чтобы младшие смотрели на наш пример, следовали нашему примеру. Вот, и тоже развивали в себе разные качества, мужество, не знаю, силу. И я надеюсь, что многие из них в будущем станут, как мы, и тоже будут участвовать на более крупных соревнованиях. Таких как Russian Open Cup, 2500 участников, 18 стран. Спортсмены клуба «Медведь» с успехом выступили на международном турнире в этом году. В целом клуб воспитал многих призеров и победителей международных соревнований, кандидатов в мастера спорта. А Милана Короченкова в этом году стала мастером спорта. Она и спортсмен клуба Ярослав Гань, члены сборной России, чемпионы страны, гордость и пример для подражания. Воспитание характера и силы духа, развитие физических данных, изучение боевых искусств – это напряженные интенсивные тренировки. Турнир по киокушинкай в Щелкове – традиция, которую не нарушают. Участников становится все больше, растет конкуренция. И победу с каждым годом добыть становится все труднее. Но именно в таких условиях и происходит рост. Появляется желание достигать результата, двигаться вперед к заветной цели. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.